О ситуации на Донбассе говорил сегодня представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с главой Комитета по вопросам иностранных дел Анной Гопко. Разговор состоялся в Верховной Раде. Курт Волкер поделился своим видением ситуации на востоке Украины. По его словам, конфликт не заморожен, а находится в горячей фазе. И главное сейчас поддержать людей на оккупированных территориях, ведь они важны для Украины. Это заявление уже прокомментировали нардепы от оппозиционного блока. Они считают, что мнение Волкера полностью созвучно позиции их политсилы. То, что сейчас озвучил Волкер, это то, за что мы боремся уже 3 года. Замороженный конфликт – это вечная война. Чтобы выйти из этого затяжного кризиса, политики должны отложить в сторону партийные флаги, объединиться под одним флагом – флагом мирной Украины. Война – это синоним нищей Украины. А мир и поддержка промышленности – это синоним богатой самодостаточной страны.